А у нас в деревне новые жители появились. Машинка пришла. Порошинка пришла, разгружает вещи, манатки, заселяется новый человечек. Заселяется в дом дяди Миши Стружкова. Так что вот, люди даже зимой к нам едут на жительство. Я уж не знаю, постоянные, не постоянные, но едут. Сейчас, кстати, вещи разгружают там наши ребята, помогают вещи разгружать. Полная машина всяких вещей. Полная машина вещей. Так что вот так вот. Не все у нас так плохо в деревне. Люди едут, хотят у нас жить, проживать. Пока я хожу, занимаюсь ерундой. Сейчас мы наведем порядок у Степановны. Она тут занимается совсем другими заботами. Ой, не надо меня снимать. А я тебя и не снимаю. Ходил на разведку я. Ну, узнал, кто там приехал. Выяснил. Да, 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 да. Друзья, всем привет. Приехала машина. Никого и ничто без внимания не оставит. А я сходил на разведку уже. Вот так вот. Ну, ладно. Пойду камеру положу. Пойду, надо помогать. Управляться дальше ей. Что, дрова что ли купил? Нет, привезли вот. Привезли вот. В городе же был, как ты? Не знаю, привезли их тут дрова. Вывалили. Так вы что, зимовать выходит снова будете в деревне? Ну. Так-то дров хватит нам. Это там на 3 зимы хватит. А это не знаю, зачем привезли. Почему? Понятно. Так что теперь вот колоть надо. Да не, вот сверху только это поболее, а там-то не мелковато, можно таких ловить. Чем занимаетесь? Ты ничем. Скотину управляюсь тут вот сейчас. Сено дал на зиму. На ночь. Ёлку-то нарядил? Нарядил, горит. Сейчас задел Сережку. Она тут красным горит. Придется мать. Завтра повешу эту. А еще и сидно. Ну, ребятишкам радоваться. Сыму я ее. Вот эту. Тогда, раз не горит. Задел маленький. Вот она будет красный мигал и все. Более какой. Сейчас закормлю все завтра, да. Потом оттуда начну брать. Это. А тут только тоже с этого. Но я его раскрывать не буду. Он берется хорошо вот с этой рундой. Понял? Дергаю. Понял?
Мы вот этот сток покормили, додергали. Додергали до конца. Так, до последних хорошо. Что, сток-то прошлогодний же кормите? Вот сток. И вот что, два стока кормить прошлогодних. Вот тот прошлогодний, раскрыл его. Сейчас тот докормим. И этот, ну сколько будем кормить, корову отельца будет свежим кормить. Понял, сен-то хватит. Так-то. Без нужды. Такие дела у нас в хозяйстве. Скучно в деревне. Почему? Почему скучно? Я спрашиваю, скучно или нет? Да ну. Без нужды живем. Хорошо. Так что вот зима, видишь, была бы зима такая, 10 градусов, 15. Жил бы помаленьку. Так, так. Здорово, мужики! Здорово! Ну что, как на охоту съездили? Нормально. Да нет, нормально вот куда? Или вы куда ездили? И на рыбалку, и на охоту. Рыба-то есть? Ну, есть маленько. Ну, а что вы пустой мешок показываете? Нет, там маленько есть. Сейчас обойдем. Так, ну где рыба? Вот, смотри. Сколько рыбы мы поймали. Ну, кошкам мы ловили. В этот не хуже заезд мы ловили кошку. Да. Потом вот это мы... вы такой рыбой кошек кормите? Да. Елки-палки. А вот в следующий раз к себе на поедем. Сейчас ехали куропатку. Но мы ее отпустили, не стали стрелять.